Хватит! Стоять! С ума сошли! Что творите? Ружье не заряжено? Идите к охотничьему домику, сейчас Дмитрий подъедет, я ему позвоню. Он вас домой отвезет. Идите! Осторожно, я там большую собаку видела. Я думаю, что это, возможно, та, которая на сторожа напала. Она ранена, значит, злая. И собака разберемся. Дима! Забери ребят из охотничьего домика. Пошли! Чем ты думал, когда ты дуэль устраивал? Тебе правда интересно? Станет девочки. А тут вообще ни при чем. Она здесь ни при чем. Это ты тонко подметил. Ревнуешь, как маленький. Думаешь, появился второй сын, я про первого забыл. Это так не работает. Да? А мне казалось, сын 2.0 вполне достойная замена. Правда, несколько преждевременно, но тебе видней. Слушай, я для тебя делаю все, что могу, даже больше. Я тебя люблю. Но иногда ты хочется пообщаться с нормальным родственником, да? Беспроблемным. Ты же для этого его нашел. Я его нашел, потому что он тоже мой сын. Как бы к этому ты не относился. Знаешь, если завести нового хомяка раньше, чем умрет старый, они перегрызутся. А вот, собственно, что мы и имеем. Ну что, доигралась? Довольна? Все претензии ко мне. Я ружье держал, не она. У нее есть оружие пострашнее. Как можно было играть чувствами другого мужчины? У тебя свадьба через неделю. Герман мог погибнуть по твоей вине. Я ничего так... Хватит врать! Он шел стреляться из-за тебя. Мне Игорь позвонил и все рассказал. Хватит! Алена не виновата. И не волнуйтесь, мы скоро уедем. В Марьино есть домик симпатичный. И стоит недорого. Это рядом с Атяевкой? Да, 2 километра. Да? Не помешал? Вообще, поговорил я с Германом. Больше он к Алене на пушечный выстрел не подойдет. Эту проблему мы решили. Кстати, собаку мы нашли, можете гулять спокойно. Как она? Злая, дикая, полудохлая. Нервов на цыплять ее повез. Зачем? Сейчас это ходячая угроза для окружающих. Нервов нам и так хватает. Вообще, за тобой. Там позвонили, брак на древесине обнаружили. Надо понять, критично или можно с этим работать. Поехали, узнаем. Конечно, поехали. Усыплять животное, которое и так пострадало от рук людей, это жестоко. Я из нее сделал угрозу окружающим. И мне это время не быть для всех добрым. Поехали. Добрый вечер. Вы что-то хотели? Собака большая такая. Днем привезли, не усыпили еще? И не собирались. А вы хозяйка? Да нет. Просто хотела не дать ей умереть. А зачем ее усыплять? Хороший пес, несчастный только поэтому злой. Ему операцию сделали, лежит, теперь отдыхает. Отдыхает? Герман же повез ее усыплять. Герман? Он им даже старых и безнадежных усыплять не дает.
Показать вам морскую свинку, которую он проживание до конца жизни оплатил? Одному догу даже хрусталик поменяли, а кошек благодаря ему на диализ возит. Герман очень добрый человек, он бы ни за что не дал собаку убить. А мы с вами точно об одном и том же человеке говорим? Понятно. Герман произвел на вас впечатление? Будьте осторожны, он совсем не тот, кем вам кажется. То есть вы думаете, что он такие деньги на животных тратит, чтобы мне понравиться? Знаете, даже если это так, то я не против. Он столько живности за это время спас. Но вы, к сожалению, ошибаетесь. Я сначала тоже думала, что между нами что-то есть. Я даже о романе с ним размечталась, а потом он просто исчез. Деньги на животных пересылал, а сам появляться перестал. Так что это чистый альтруизм без попытки понравиться. Да, мам. А все нормально, хорошо я себя чувствую. Да. Все, мне не 5 лет. Давай. Скоро буду. Я медсестра. Может, нужна какая-то помощь? Ой, да что вы. У нас тут стационара почти нет. Пес и морская свинка. Я ему сейчас обезболивающее вколю, и все. Сильно вы потрепали, да? Сильно. Но самое страшное, знаете, как будто его кто-то специально калечил, чтобы разозлить. Мне кажется, его еще голодом морили. Что же это за садист-то такой? Похоже, его как оружие готовили. Орудие убийства. И выходить его сейчас полдела. Откормить откормим, раны заживут. А что с психикой делать, я не знаю. Знаю одного зоопсихолога, поговорю с ним, может быть, он возьмется. Ладно, пойду к нашему страдальцу. Спасибо вам. Герман? Герман? Глотай, глотай. Ага, вот так. Ну-ка. Осторожно. Осторожно. Аритмия. Живой. Так, давай мы к Наташе в клинику тебя сейчас отвезем и скорую вызовем. Нет, нет. Давай, давай, давай. К ветеринару мне пока рано. Тебя подвезти? Ты с ума сошел? Тебе нельзя в таком состоянии за руль садиться. Ты не можешь везти, Герман. Это я идти не могу, а ехать я могу. Если ты боишься, я вызову тебе такси. Нет, я тебя не оставлю одного в таком состоянии. Пейзажи наблюдай. Эти таблетки назначают при серьезных заболеваниях сердца. Я в курсе. Ты болен. Да ладно. Ты наблюдаешь своего врача? Лучше скажи, как там пес. Я приезжал удостовериться, все ли с ним в порядке. Пес лучше, чем ты. Он, по крайней мере, в надежных руках. Тебе нужно в больницу, Герман. Мы сейчас приедем домой и вызовем скорую, хорошо? А если будешь сопротивляться, я пойду к Марине. Еще одна любительница скорой вызывать? Вы подружитесь. Да что с тобой, Герман? Тебе правда жить надоело? Так надоело. Что ни день, то скорая. А что они могут? Посочувствовать? У них лекарства. А мне нужно новое сердце. А его у них нет. Какой смысл в больничке-то валяться?
Врожденный порок? Нет, не врожденный. Так, заболел в прошлом году, банальный грипп. Потом осложнение, реанимация, еще одно. Вот я и инвалид с показаниями к пересадке сердца. Ты знаешь, какая очередь на донорское сердце, а? Представляю. Так что особо ты ко мне не привыкай. Я тут ненадолго. Я очень тебя сочувствую. А вот этого не надо. Если бы ты сегодня не увидела, как я у машины валялся, то ничего бы не знала. До конца. Хочется побыстрее все это закончить. Не получится побыстрее. Все равно люди, которые тебя любят, будут... Никто меня не любит. Я просто облегчаю им задачу прощания со мной. Наташа. Наташа тебя любит. Не понимает, почему ты исчез, но все равно любит. Точно тебе говорю. Я ничем не могу ей помочь. Помоги себе. Выживи. Тогда ей тоже будет легче. Выживи. Слушай, давай мы сейчас просто поедем в больницу. В твоей ситуации любой дурак умереть может. Боишься показаться слабым? Так живи. Как он? Все хорошо, Герман спит, ему капают лекарства. Я могу к нему? Нет, 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 вас сейчас не пустят раньше 9, потому что в кардиологии суровые порядки. Спасибо, что убедил его приехать в больницу. Да, Герман сопротивлялся. Ему в его состоянии вообще нельзя выходить за пределы больницы. Но разве он кого-то слушает? Ни меня, ни отца. Кстати, а где Игорь? Вы не знаете? Я ему звонила, и Егору тоже, но абонент недоступен. Он когда работает, телефон отключает и всех партнеров заставляет. Ничто не должно отвлекать его от работы. Даже здоровье сына? Даже атомный взрыв. А, судя по всему, Егор уже быстро начал впитывать эти принципы. Так что не пытайся до него дозвониться. Когда сочтет нужным, сам позвонит. А у тебя через сколько смена? Через 3 часа. Ну, если сейчас поедешь домой, успеешь поспать. Нет, я вас тут не брошу. Езжай. Правда, я хочу побыть одна. И спасибо тебе еще раз. Я, наверное, еще над номенклатурой поработаю. И будет у нас не брак, а уникальная фишка серии. Мне нравится твой подход. Кофе будешь? А который час? Алена, наверное, с ума там сходит. Тебя режим полета включен? Да, ну, чтобы на фабрике не отвлекаться. Она 20 раз уже звонила, наверное. Серьезно? Ты что, позволяешь себя контролировать? Ну, она же переживает. Ну, женщины все переживают. Если бы я на это велся, у меня не было бы ни компании, и жены бы не было тоже. Контроль все разрушает. И отношения тоже. Поверь мне. О, и вы тоже тут ночевали. Удачно. Сейчас все и посмотрите. И главное, буклеты. Я, наверное, пойду уже. Голова не варит совершенно. Ну, принцесса, что это было? Он просто еще не знает, что я всегда своего добиваюсь. Угу. Привет. Прости, телефон забыл включить. Завертелся. Там куча вопросов по производству. Да, Марина мне сказала, что именно так и будет. Марина? Сказала, что ты будешь превращаться в Игоря, но не сказала, что так быстро. Это работа. У меня тоже работа. Смена через час.
Раньше мне наши работы больше нравились, а они не мешали нашей жизни. Это временно. А вот это вряд ли. Давай не бурчи. Все хорошо. И будет еще лучше. Как твой день прошел? С огоньком. Герману стало плохо, и мы... Ты опять виделась с Германом? Ты с ума сошла? Я же говорю, ему стало плохо. У него с головой плохо. Или ты реагируешь на его манипуляции, чтобы почаще с ним видеться? Он тебе нравится? Я могу дальше не рассказывать? Герман в больнице. Он очень болен, ему нужна пересадка сердца. Пришла сторожить, чтобы я не сбежал? Ты можешь. Не, в этот раз я решил хорошенько отоспаться. Я, наверное, позже зайду. Ты его даже в больнице оставить не можешь в покое? Да нет, я... Ты сегодня без ружья? Мам, мне кажется, он по другому поводу. Оставишь нас наедине на 5 минут? Ты меня извини, если бы я знал. Да я сам не подарок. Вел себя как идиот. Я тебе очень сочувствую. Ты сочувствовать пришел или мириться? Сумку ставь. Шампанское принес? Я думал, тебе нельзя. То-то и оно. Нельзя. Ни алкоголя, ни девочек. Поэтому-то я сюда и не хотел. Да ты вроде дома не злоупотреблял. Жизнь проходит мимо. Вернусь, буду злоупотреблять. Алена говорит, это хорошая больница. Если тебе понадобится, они пошлют тебя в Москву или пошлют специалистов из Москвы. Невеста у тебя. Кремень. Она меня сюда практически на себе принесла. Мы когда в поселке жили, она однажды коня на скаку остановила. Не, серьезно, без шуток. Мы уже ребенка, правда, но все же. Повезло тебе с ней. Тебе с отцом. Это и твой отец тоже. Пожалуйста, пользуйся на здоровье. Он любит тебя. Знаешь, в нашем доме всегда были собаки. И когда собака умирала, отец тут же притаскивал нового щенка. И чем сильнее он любил собаку, тем быстрее заводил новую. Он вообще не умеет скорбеть. Ну, видишь, ты еще живой, а я уже здесь. Ты правильно понял мою мысль. Походу, он меня реально любит. Слушай, ну все не так плохо. Не всем везет в сознательном возрасте найти брата-ровесника. Я все детство мечтал о брате. Так может, перестанем ругаться и будем нормальными братьями? Надо ж, пришел. Как он? Ну, как он может быть? Я не понимаю, что ты злишься. Я, между прочим, зарабатываю деньги на его лечение. Нет. Ты прячешься в работу от проблемы, которую не можешь решить. Я делаю для Германа не меньше, чем ты. Я, в отличие от тебя, ему врачей нашел. А не как ты бегаешь по шарлатанам. Ну, пока твои врачи помогают мне больше моих шарлатанов. Прости, Я понимаю, надо... Мы будем... Надо быть чаще вместе. Я постараюсь, правда. Это Борис, надо ответить. Да, Борь. Алло. Ну как, ну, больница. Ну, какая охота сейчас? Нет, конечно. А может... Ну, хорошо. Да, конечно, я согласен. Угу. Ну, это деловая встреча неформальной обстановки. Это часть моего бизнеса.
Ты же знала, за кого ты выходила замуж. Я выходила замуж за юношу, который меня любил, как мне казалось. А потом мой отец подарил ему бизнес. И юноша стал любить бизнес. А по-твоему, мы должны были туда сбежать? Быть такими бедными, но гордыми? Так ты хотела? Здрасте. Радость-то какая! А я не звоню. Думаю, люди заняты. Заняты, не то слово. Он взяли выходной, чтобы родных людей проведать. Если бы не я, он бы вообще забыл, что выходные существуют. Пойдемте в дом, я вас кормить с дороги буду. Хоть мясо подожди. Сейчас мясо готово будет. Как же я соскучился по простой жареной картошке. Вас там не кормят, что ли? Кстати, о еде. Давай придумаем, чем гостей на свадьбе будем кормить. Так вы здесь отмечать собираетесь? Алена хочет непременно тут. Ну, то есть там формально, а здесь для души. Если, конечно, твое предложение все еще в силе. Мы можем в доме, да, сделать? Ну, конечно. Свадьба в доме – это ж такое счастье. Мы сейчас с тобой будем составлять меню. Все ваши богатеи обзавидуются. Кто-то по деревне слух пошел, что Егор вернулся. Здрасте, дядь Петь. Здорово, дядь Петь. И Аленка тут. Тут. Мы уж заждались. Думали, совсем нас забыли. Слушай, ворот починить не поможешь. Руки еще одни нужны. Конечно, пойдем посмотрим. Подожди, мясо-то уж почти готово. Мы быстро. Мне кажется, он соскучился по такой простой работе. Ну так вы бы оставались. У нас тут такой работы. Две деревни, два поселка. Да не может он. Я бы вернулась, а он не может. У него там все по-взрослому. Клиенты, договоры, контракты. Отец этот вцепился в него мертвой хваткой. И брат болеет. В общем, как паутина какая-то, опутала, не отпускает. Думали, уезжаете в хорошую жизнь. Да ничего мы не думали. Просто долги хотели раздать. Оказалось, в жизни проблем хватает и без долгов. Да глупости это все. Расскажи, как у вас тут, что нового? Оп. Спасибо, что вытащил. А то в городе у меня ощущение, что на меня самого охотятся. Проблема на проблеме. Да, жизнь тебя треплет. А чего молчал-то? Я, может, чем помог бы. Чем поможешь тут? Герману новое сердце найдешь. Да, я не хотел, чтобы лишние люди знали. Да, это, конечно, новость. Я как узнал, сам чуть сердечным приступом не лег. Парень-то благородный. Бросил Ингу. Тоже считает, что не выкарабкается. Я-то думал, загулял, но вон он как. А про лишних людей это напрасно. Мы с тобой почти родственники. Инга, вон как, твой Егора мертвой хваткой вцепилась. Ни одного так другого твоего сына на себе женит. Один сошел с дистанции, другого принялась. Ну что тебя не устраивает? Инга не нравится. Ну, скажешь тоже. Ну а что тогда? Семейный бизнес – это самый крепкий бизнес. Да мы с тобой такую империю можем построить. Правнуки будут гордиться. Как мне в этих отношениях помочь-то? Я сваха, что ли? Можешь не мешать. Не мешать могу. Ну, если честно, выглядишь так себе. По цвету с подушкой сливаешься. Так и задумано. Угу. Слышала, ты с братцем помирился. Это так болезнь проявляется? Ты только в порыве чувств. Не расскажи ему о нашем договоре. А то, мало ли, какие побочные действия есть от лекарств. Я вот, кстати, не собираюсь от Егора отставать. Грустно будет, если он узнает, что ты наспор хотел увезти его невесту. Угрожаешь? Рассуждаю. Привет. Мне зайти попозже? Нет, я уже ухожу.
если она узнает, в какие игры ты играешь, тоже не обрадуется, да? Вот творог только что сделала. Так, сыр козий. Яйца. Там Николай. Понял, что я его увидела, и сразу сбежал. Ой, да не берите его в голову, он же не присыхает. Который день уже? Не знаю, откуда у него деньги свалились, но пьет по-черному. Как бы чего не натворил. Да, он уже натворил. Он же купил мотоцикл и в тот же день его в озере утопил. Неужели нет никого, кто его может остановить? А сосед его этот, друг, ну, чья собака его покусала? Я первый раз слышу. Илья... Нет, Игнат. Игнат Фомич. А это Колька вам сам сказал? Угу. Ну все, значит, допился до белой горячки. Игнат Фомич год уж как помер. А собаки у него отродясь не было. Не было у Николая белой горячки. Ну, значит, соврал. Зачем? Кто его пьянчушку разберет? Масло осторожно, не переверните. Простите, я быстро. Стойте, Николай! Откуда у вас деньги? Вам заплатили? Вам хозяин собаки заплатил, чтобы вы в суд не пошли, да? Кто такая вообще? Я вообще-то та, которая вам жизнь спасла. Но я смотрю, вам она не нужна. Уезжай отсюда. И парня своего прихватывай. Почему? По дороге. И чем быстрее, тем лучше. Времени у вас мало. Нет, я от вас не отстану. Скажите, что вы знаете. Песню знаю. Ойся, ойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Ох, какие люди. А я вам звоню, звоню, а вы не отзываетесь. Замечательно, замечательно у меня дела, только деньги заканчиваются. Еще хочу. А вот разговаривать со мной так не надо. Я, может, и пьяница, но не дурак. Понял, что песика-то вы на Егора натравить хотели. Вот в полиции обрадуются, когда я им расскажу, кто это сделал. Понял мой тонкий намек? Тот же. Все, я побежал, увидимся вечером. Слушай, я Николая видела. Сторожа? Сторожа. Ему, судя по всему, прилично заплатили, чтобы он в полицию не обращался. Ничего удивительного. Слушай, он сказал, что тут опасно, и нам надо уезжать, Егор. Я так понимаю, трезвым он не был? Что он еще сказал? Про нашествие зомби тебя не предупреждал? Ты можешь острить сколько угодно, но дело там точно нечисто. Знаешь, я сегодня к нему схожу и попробую его поконкретнее расспросить. Хорошо, дождись, когда я вернусь, и сходим вместе. Ты со мной пойдешь? Ты же знаешь, я с тобой куда угодно. Хоть к пьяному кладбищенскому сторожу. Как в швейцарском банке. Может, выпить хотите? Значит, сами же принесли, сами не пьете. А я выпью. Приятно иметь с вами дело. Я только понять не могу. Чего перед вами Егор так провинился? Нормальный парень вроде. Ну, хоть.
Я, может, что-то не знаю. И ладно бы отравить вы его решили. Или машины переехать. Но собаку на него натравить — это жестоко, ей-богу. Жестоко. Ну, вам виднее. Что такое? Что? Нехорошо. Это 8-й, а там был 26-й. Интересно, по какому принципу их нумеруют? Простите, не подскажете, в каком доме Николай живет, кладбищенский сторож? Пойдемте, я тоже к нему. Что он творил? В последний раз. Ограду моста мотоциклом снес, а до этого пальцев на руке не хватит сосчитать. Лихой у вас сторож. Так и есть. На столе бутылка недопитая. Сам дрыхнет. Придется ждать, пока проспится. Ну, вы с ним поговорите, пожалуйста, ладно? Девушка, у нас таких хитрых убийств, как это, не придумывали, не бывает. Нас тут, если кто кого и забьет, то лопатой на огороде. И то с пьяну. А вот это все собаки, подмена пиджаков, это все для детективов приберегите. Издатели с руками оторвут. Согласен. Пора подключать издателей. Ну. Обложку мне доверишь рисовать? Да ну тебе, я серьезно, а ты? Ну, если серьезно, давай тогда дождемся, когда Николая с белой горячкой к тебе привезут, и ты обо всем его допросишь. Ну ладно, мне на работу пора, а ты домой спать? Нет, тоже на работу. Отец говорит, сон для слабаков. Еле к тебе отпустил. Так же нельзя. Ничего, вернем долг и высплюсь. Провожу тебя и поеду в офис. Ничего себе! Тебя отпустили на работу. Да там такое дело, Алена попросила. Дорогой мой, дела будут всегда. Алена будет просить тебя непрерывно, о чем угодно. Ты же только понимаешь, что ты ее слушаешься. Что дернешь за веревочку, ты прибежал. Ты уверен, что тебе это надо? Как-то ты жестко о ней. Алена не такая. Все они такие. Тебе, конечно, виднее, но в этой области каждый набивает себе шишки, и чужие ошибки они не считаются. Так, еще остался набег на кофемашину, и мы готовы к мозговому штурму. Поможешь? Ну, я одна 3 стакана не унесу. Можно? Да, входи. Привет. Я думаю, у тебя ночное дежурство. Ночное, вот поэтому пришла тебя проведывать. Как себя чувствуешь? Я предлагаю ввести мораторий на этот вопрос. К сожалению, ничего нового я сказать не могу. Зато с удовольствием я отвечу на другие вопросы. Ну, давай попробуем. Как найти хозяина собаки, которую ты нашел? Я думаю, надо поискать через питомники. Собака породистая. Обычно, когда таких щенков привозят, все данные хозяев записывают, а собаки татуировку делают. Ну что, есть татуировка? Я не заметила. Но я поищу еще. А с чего ты вернулась к этому? Думаешь, что на сторожа ее все-таки натравили? На Николая натравили случайно, хотели на Егора. А Николаю, судя по всему, еще и заплатили, чтобы молчал. Отличная версия. Только есть ни одна нестыковка. Все это мог провернуть только я и я. А я... Извини. А может быть, Егор еще кому-то мешает? Думаю, что... Так оно и есть. Но тот день все были дома, можешь по камерам посмотреть. Ну, а если какой-то конкурент? Не знаю, дизайнер, например, который сам рассчитывал работать с Игорем? Ну,
Во-первых, ты переоцениваешь дизайнеров. Чтобы выдрессировать собаку, это выше их способностей. У этого человека должен был быть серьезный помощник и много свободного времени. Ну да, согласна, глупая версия. Ладно, рада была вас видеть. Алена, будь осторожней с Ингой. Не доверяй ей. Я не собиралась. Особенно после ее выходки с той фотосессией. Вот хорошо. Алён, тебя к телефону. К городскому? Ну да, на пост позвонили. Я слушаю. Алёна, с Егором случилось несчастье. Приезжайте в офис. Что случилось? Вы кто? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Настя, мне нужно срочно уехать. Прикроешь меня? Давай, но недолго. Я быстро. Вот, говорю же, сказали, позвать срочно. Ален, в чем дело? Мне позвонили, сказали, что случилось. Что со мной тут может случиться? Я не знаю. Но мне на работу позвонили, и вот я приехала. Глупости какие-то. Может, просто номер перепутали? Я ничего не понимаю. Мне сказали, с Егором несчастье. Это что, розыгрыш какой-то? Ну, кому это надо? Ален, никому это не надо. Ты просто переутомилась. Если мы в таком духе будем продолжать, мы на нашей свадьбе просто отрубимся. Больше недели еще. Времени вообще нет. Нам нужно спать. Спать и думать только о хорошем. Ну, тогда спокойной ночи. Я в больницу. Мне на работу надо. Опять прискакала. Как банный лист, ей-богу. Мне кажется, скоро это Егору надоест, если уже не надоело. Она что, не понимает, что она так Егора до свадьбы потеряет? Ну, так я этого и добиваюсь. Это я позвонила ей на работу. Алена, с Егором случилось несчастье. Приезжайте в офис. Алена, с Егором случилось несчастье. Приезжайте в офис. Отличная программа, правда? В жизни не отличишь, что голос электронный. С огнем играешь. Я, конечно, Борису обещал не вмешиваться, но Егор мой сын. Мне кажется, ты об этом забываешь. Что? Я об этом прекрасно помню. Хозяйка сказала семгу подавать после церемонии. И вынесите еще тарталеток с грибами и сыром, без курицы. Вегетарианцев казалось больше, чем ожидалось. Понял. Делается. А я сейчас отнесу невесте чай и займусь тарталетками. Mm. Я сама отнесу ее чай. Займитесь тарталетками. Хорошо. Ромашка? Лаванда. Ромашка, мята. Успокоительный сбор. Нет-нет. Эти как раз с курицей. Так, подожди, я сам. Вот. Алён. Вот. От Германа. Ух ты. Ну, я считаю, что на свадьбе должны быть розы, но у него на все свое мнение. Какие красивые подсолнухи. Спасибо ему. Жаль, что его сейчас нет с нами. Это счастье, что его сейчас нет с нами. Не бегает от врачей, а лежит там, где положено. За что, кстати, тебе отдельное спасибо. Тук-тук, кто-то чай заказывал? Ой, Инга, спасибо большое. Держи. Это успокоительный сбор. Пей. 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 Лучший день в жизни должен пройти спокойно. Нет ничего хуже нервной невесты, поверь моему опыту. Я пойду гостям, ты помоги, если что, и минут через 10 спускайся, хорошо? Я знаю, что ты меня не очень хочешь здесь видеть, я сейчас уйду. Спасибо.
Ну что, где место? Ну, где-то сбежала. Обычно она красная, да. Чуть не забыла. Тут на пороге лежала. Это мне? Ну, было бы твоей дверью, значит, тебе. Кто это написал? Без понятия. Может, кто-нибудь из гостей? Егора убьют. Надо срочно остановить свадьбу. Обязательно. Егора нельзя подвергать такой опасности. Готовы идти к алтарю? Нет, нельзя. Свадьбу нужно отменить. Ты что, не хочешь замуж? Я не хочу, чтобы Егора убили. Идите в дом, тут опасно. Алена, тут ну опасно. Подожди ты. Пожалуйста, что? Все в дом, быстрее. Тут опасно находиться. Среди гостей может быть убийца. Он пришел Егора убить. Еда отравлена, не пейте ничего. Ты ел? Ты брал что-то со стола, пил? Отвечай, Алена, не... Или снайпер? Снайпер может быть где угодно. Они быстрее, они за нами следят, Егор. Здесь опасно. Спокойнее. Пошли. Друзья, ну, предсвадебные волнения. Невеста немножко разволновалась, мы сейчас продолжим. Что случилось? Откуда я знаю? Был конверт, черный конверт. Успокойся, не было никакого конверта. Черный конверт с посланием, они угрожали тебе. Хватит, они им было хватит, написано... хватит, хватит! Там было написано, что они хотят нет, тебя никаких убить. Их! Нет, это все в твоей голове! Все в твоей голове! Там было написано, что на свадьбе... Не будет никакой свадьбы! Ты этого добивалась? Чтобы эффекты с огоньком гости этого шоу до конца своих дней не забудут. Они угрожали, Егор. Единственная угроза здесь – это ты. Для себя и для окружающих. Я устал.